Поверьте, что мы тоже все переживаем, и просто жаль, что клубы оказываются заложниками, игрушками, знаете, в руках больших дядей. Вы поиграли себе бросили. А то, что это миллионы болельщиков, это история колоссальная команды. Все прекрасно понимают, что кризис, да, что как бы деньги там и так далее. Но клуб можно ставить на плаву. Понятно, что урезать бюджет финансирования, но клуб оставить на плаву. Тем более были возможности, знаете, когда команда дошла до финала, и можно было всех игроков продать хорошо и закрыть какие-то долги там с испанцами там или по зарплате, и потом уже, ну, уже бюджет клубов формировать по-другому, да, не с этими заоблачными там 40-50 миллионов долларов.